я развиваю свой фонд помощи детям, помощи искусству, и я хочу просто давать возможность талантливым детям учиться, получать образование, продвигаться, и больше у нас поддержки, больше мы можем помочь детям. Это не только будет в России, это любая другая страна, и это, мне кажется, важно, потому что я тоже получил в свое время поддержку от фонда Нуриева. Вы увидели танцы сегодня, а дети обычно в школах не танцуют. И это еще предшкольный возраст. То есть для них это очень-очень рано. И обычно в балетных училищах они стоят у станка, они много лет не танцуют. А у нас дети уже начали танцевать, разучивают разные танцы. И я думаю, мы будем больше и больше развивать как артистов, чтобы человек был полный и рисования, и пения, и разговор, и хореография. То есть это будет, мне кажется, такой полноценный комплекс для человека, для будущего. Мы сегодня видели этих замечательных звездочек, которые уже пришли в Академию хореографическую Севастополя. Это уже сегодня, можно сказать, новая культурная традиция в Севастополе начинается. Начинается с этих ребятишек, с их замечательных талантливых педагогов, которые на самом деле просто для меня тоже поразительно совершенно, что на такой уровень мы замахиваемся в Севастополе. Это подчеркивает важность и значимость города и того, что мы делаем. Я была очень поражена тем, что моя дочь поступила в Академию хореографии, балета. Была очень рада этому. Она к этому долго стремилась, занималась балетом с 5 лет. Поэтому я очень рада, что у моей дочери большие перспективы в будущем. Хочется такого внимания к балету, потому что оно тут нету соревнования, тут не выбрасываешь негатив, а здесь ты разговариваешь душой, что ли. Ты приходишь, открываешься и смотришь про свою жизнь что-то, потому что ты своей жизнью сравниваешь танец, а ты сам танцуешь внутри. И это такое что-то правильное и хорошее, что, мне кажется, это нужно больше по телевизору показывать, больше давать возможность людям видеть танец. Радостно за ребенка, за всех детей, все очень старались, трепетно. Ребенок у нас старается. Нам очень понравилось это представление. Все было так очень интересно, неповторимо. Я очень доволен выступлением. Спасибо большое артистам, Сергею Владимировичу. Такое, наверное, не увидишь больше нигде, и такого шанса больше не будет.